Завтра за замечательных людей, смелых активистов, один из них, одного из них зовут Александр Шашустун. Я думаю, что некоторые слышали про его дело. Послезавтра суд над ним. Это бывший руководитель Серпуховского района в Москве, который вступил в противоборство с мусорной мафией. Он боролся с мусорным полигоном у себя в районе, за что против него сфабриковали чудовищное дело. И сейчас ему грозит 20 лет. Вот в понедельник, в этот, 21-го, декабря состоится суд, и скорее всего ему вот его приговорят к этому сроку просто за то, что он один из немногих, один из нескольких людей, обреченных властью в нашей стране, который вдруг решил использовать эту власть во благо людей. Да? И вот за это его прилетело. Наши товарищи экологи уже несколько лет, с тех пор, как началось это дело, выступают в его поддержку и продолжают это делать. И мы солидарны с ними, и мы солидарны с Александром. И сегодня мы посвящаем песню «Стены» ему. Однажды дед говорил мне, когда слетала вдали, мы с ним у дверей стояли и в деревья поползли. Эти стены, за ними мы все живем. Если их не разрушим, то заживо здесь гнием. Давай разрушим эту тюрьму. Здесь этих стен стоять не должно. Да пусть они рухнут, 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 отдышавшие давно. И если ты надавим плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы сожжем. Меньше и меньше, а стенам и толстуе. Я знаю, они милые, но сложно их одолеть. Когда не подавят силы, то я прошу меня спеть. Давай разрушим эту тюрьму. Здесь этим всем стоять не должно. Да пусть они рухнут, рухнут, рухнут. Если мы надавим вдвоем, то стены рухнут.
tak pustanie ruchnąć, a wietrza przyjadą, no i jeszcze nie pójdź na karem wyjścia, i jeszcze nie pójdź na karem wojną, to chcemy ruchnąć, i zawodna myśla,